ходил. Надо бы поспрашивать в трактире. Как-то неубедительно. Надо все осмотреть. Не говори. Я уже поняла. Его схватили карха тьмы. Но знай, он тебя не выдал. Он передал тебе этот ключ. Он подарил мне замок. Сказал, наша жизнь скована. Спасибо за ключ. Спасибо тебе за все. Он сказал, оно того стоило. Всего этого. Ты как? Я? Уже не важно. Что ты собралась сделать? Элида, нет. Послушай. Послушай. Я не представляю, что ты чувствуешь. Но помни, ты не одна. Твой отец так испугался, что ты погибла. Испугался? Для него я просто кукла, чтобы любоваться. Нет. Теперь я осталась одна. Нет, не стоило. Постой. Атрал сказал не совсем так. Не оно того стоило, а оно того стоит. Всего этого. Трудно смириться с утратой. Но эта боль напоминает о связи с другими. С Атралом. С твоим отцом. Атрал хотел бы, чтобы ты это помнила и жила. Я уверена. Ты справишься? Я попытаюсь. Если я позову твоего отца, ты с ним поговоришь? Хорошо. В этом мире у каждого из нас свое место. Да, я должен бы наградить тебя за твою доброту. Что? Что-то не так? Вы нужны Элиде. Идите. Выслушайте ее прямо сейчас. Да-да. Да-да, конечно. Хочу сейчас разговаривать с отцом.
рукавам. Сам бы ты его не снял. Но ты пошел не к воде. И пошел не один. Если Гаван здесь проходил, надо бы поспрашивать в трактире. Как-то неубедительно. Надо все осмотреть. Никогда не знаешь, когда пригодится. Встретил Гаван, друзей или врагов. Хотя мне должно быть без разницы.
они приняли его не очень радушно. Думай терять сознание. Я с тобой не закончил. Раз ты сбежал из солнечной скалы, уж пару порезов всяко стерпишь. Только ты же не сбежал. Ты стукач. Решил заложить нас Меридиану. Теперь я здесь командую. Станешь для всех уроком. Вижу врага. Значит, придется поплыть. Дело идет к драке. Эй! Твоя подруга, Гаван! Берем, пока есть. Тащишь меня обратно в солнечную скалу? У меня другое задание. Ну что ж, Гашиев сделал все за тебя. Говорят, что ты сделал это ради наживы. Это правда? Да какая разница? Ради больной мамы, ради бедных детишек. Но это ложь. Весь тот год в заперти я жалел, что убил стража. Так я попался. Можешь так и передать своей Еневе. Нужно хранить.
Дом Солнца безгранично признателен тебе за оказанную помощь в час нужды. Это официальный ответ. А от себя скажу, что дело сделано, видно по твоим глазам. Двое погибли по своей вине. Третья дралась до последнего. Не ты бы их убила, так кто-то другой. Но жертв было бы больше. Этим и утешаюсь. Умница! Вряд ли мы еще увидимся, так что иди в свете. Это ты, Галиф? Лекарь. Я планировал провести этот день в тоскливом созерцании земель, куда меня изгнали. Но ты не из закатной крепости, а это любопытно. Я пришла из лагеря беженцев. Там больная девочка. Ее брат сказал про тебя. Сразу нет. Что? Нет, я не могу потратить на нее ни лекарств, ни своего времени. Мои запасы на исходе. Абсолютно. Вместо чистых повязок мне приходится накладывать какие-то грязные тряпки. Скотина ты, а не лекарь. От совести нет лекарства, но за время службы я выработал к ней иммунитет. И все же, если ты так переживаешь за эту свою девочку, сделаю благородный жест. Только в обмен... на сердце Громозева. Тоже мне благородство. Это честная сделка. Погасишь мои долги? Хоть часть. Эта деталь у меня есть. Вот как? Значит, мы договоримся. Давай же поскорее успокоим твою бедную душу. Поможешь девочке? Оно твое. Я подожду. Да брось. Клянусь тебе, эта девочка еще застанет наше скорбное будущее. Нас не должны видеть вместе. Иди вперед меня в трущобы, я тебя найду. Все-таки из толпы ты выделяешься.
Это угощение от королевы Насади, малыши. Королева помнит о вас и помогает, чем может. Ешьте. Ну и домой своим принесите, если есть кому. А я тебе наслышана. Гроза машин, острое копье, милые веснушки. Говорят, у тебя есть совесть. Так экстравагантно. А ты кто? Ты ведь явно не из Карха Тьмы. Меня зовут Ванаша. Пока тебе довольно знать, что я здесь глаз рассудка в настоящем водовороте безумия. Мне это знакомо. Не сомневаюсь. Как и у Тиду. Хороший человек. Конечно, Карха Тьмы хотят его убить. Я кое-что разузнала. Он идет на зеленый склон. Там охотники его очень быстро найдут. Хочешь ему помочь? Он был бы очень рад. Откуда знаешь, что он невиновен? Я умею наводить справки. В общем, он кормит сироты своего пайка и защищает больных и старых от всех посягательств. Обвинять его в покушении на Итамина — просто бред! Скорее, он увидел что-то, что не должен был видеть. Иначе Бахавас не приговорил бы такого уважаемого человека к смерти. Я сделаю, что смогу. Ну, а ты-то сама? Что, а я-то? А ты-то что будешь делать? Всякие полезные вещи. Три мертвых дерева к востоку от закатной крепости, начало зеленого склона. Удачи. Это ты? Здравствуй. Я привела к вам лекаря. Как тебе? Чем мы заслужили такую... Нет, стой. Даже спрашивать не хочу. А то вдруг тень пройдет и все исчезнет. Умненький. Лекарь приложит все усилия. Так ведь? Если только меня перестанут отвлекать, да. Для меня воплощение верности. Ведь не мог он так не На сегодня мне приключений достаточно. Как ее зовут? Шиана. Да, знавал я одну Шиану. Она пела в таверне. А у твоей сестры хороший голос? Поберегись.
возьми дорогу. Я поймала еще один сигнал. Я приближаюсь к источнику сигнала. Надо добраться до головы Длинношея.
получится на него запрыгнуть. Отлично. Теперь добраться до головы. Эту бочку недавно двигали. Отлично. Следы. Thank you.
девушкам вроде нравится. Ага, вор обронил еще несколько фруктов. Разглядеть бы их только в этой траве. Того, что найдет лишь Иза. Так, кабаны, отойдите-ка в сторону. И теперь отпечатки ног. Ради солнца, прости меня, прости меня! А вот и наш город.
Спасибо, дикарка! Ты отвела от меня кару солнца. Чего отвела? Я сбежал из закатной крепости не так давно, зная, что в Меридиане мне уже нет места. И стал воровать еду у торговки на пестром рынке. Есть хотелось. Но солнце покарало меня, наслав коршунов. Думаешь, они напали, потому что ты вор? Ну, конечно. А если меня попросить у нее прощения, будет ли это спасением от коршунов? Я разобралась с коршунами, но тебе правда лучше перед ней извиниться. Она добрая женщина. Она простит. Валя, солнце ясна! Спасибо тебе, дикарка! Озари, солнце, твой путь! Отлично. Наконец-то меня перестали называть изгоем. Теперь я дикарка. Сумрачная плоскогорье. Теперь надо найти некое место, куда трудно забраться. Это если верить Фермунду. Найду тебе применение. Ну, нас. И пусто. Копейщица! Ну, конечно. Ты нашла идеальное место для засады. А теперь брось вниз это прекрасное копье, и мы тебя не тронем. Ты же обо мне наслышан. Знаешь, на что я способна. С чего ты взял, что это удачная идея? Расклад хороший. Взять ее! Зачем только тащилась? Не дайте ей уйти! Наверху кто-то есть! Меня здесь нет. Let's go.
Стой, столбом! Сейчас ты умрешь! Но Фернунд удрал. Наверняка в доке Меридиана. Знаем, что наша армия может их уничтожить. Расслабляться нельзя. О, нет! Пустите меня! Гнев и пламя! Пустите меня! О, Фернунд, сделка отменяется. Это ты. А давай новую сделку. Просто отрежь мне палец. Или ладонь. Или левую руку. Последнее предложение. Руки мне будет мало. Не посмеешь. Здесь у всех прям на виду. Никто не станет меня останавливать. Из-за тебя погиб целый отряд. Не забыл? Они были плохие. Я сделал доброе дело. Ты сделала доброе дело. А я прослежу, чтобы такого не повторилось. Да, будь любезен. Я понял. Больше ты нас не увидишь. Никогда. Уж надеюсь. Да, капитан Эрза была озера, но все равно эти кархать мы не имели права с ней так поступать. Thank you.
мертвых деревом, как сказала Ванаша. Посмотрим, был ли здесь Утит. Следы ведут на этот гребень. Видимо, это и есть зеленый склон. Здесь следы обрываются. Дальше надо лезть. Где же ты прячешься, Утит? Тут он выжидал, нет ли погони. Наверное, пошел дальше. Буду нагонять.
Бьетке. Тут он выжидал, нет ли погони. Мертвая машина. Утит охотился. Все полезное он забрал. Наверное, утит собирал детали для оружия. Машина ищет добычу.
быть ведь... Сид завалил лиходея. Непростая добыча, но хорошие детали. Мертвые рыскали. Утит набрал деталей. Вторая будет в сердце. Утит? Охотница за головами? Ты же еще соплячка. Я не охотиться на тебя пришла. Ты ни в чем не виноват. Не виноват? Ха-ха. Ну ладно. Если это хитроумная западня, ты заслужила добычу. Никаких уловок, честно. Хорошо. Говори. Что случилось в закатной крепости? На самом деле? Ну, слушай. Долго. Каждую ночь в палаточном городе кто-то умирал. Всегда во сне, без борьбы. Старики, больные, иногда дети. Те, кто не мог сражаться. Я не сразу понял, что их убирают. Но кто это делал? Сначала все думали, что злой дух. Но это был человек и тихий яд. Мы поймали его не сразу, но поймали и привели его Бахавасу на суд. Верховному жрецу? Это он назначил за тебя награду? Да. Он похвалил меня за рвение и велел стражам отпустить убийцу. Ясно? Потому что это был его слуга. На нас набросились. Надо было мне умереть там, с моими верными воинами. 20 лет я служу солнцу. И что? Я вижу лишь подлость. А честь, жертвенность, настоящая, та, о которой ничего не знают жрецы, ее здесь нет. Я знаю, кто хочет тебя спасти. Это женщина, Ванаша. Но прежде тебя нужно вытащить. А ты кто? Вроде охотница, а приказы раздаешь как воин. Наемники. Думаешь, пришли объявить, что я не виновен? Зря ты покинул долину, Карха! Эти горы принадлежат нам, убийцам Кикука! Теперь от тебя даже слабого эха не останется! Ты вообще не заметал следов, будто нарочно хотел устроить зрелище. А тебя не проведешь. Подходи, еще один отряд. За вами, бойцы! Мы еще можем их добить!
навоевал куда больше, чем этих подонков. Давайте, идиоты, деритесь! Последнее. За мной. У меня припрятаны стрелы. Залезай. Набирай все, что успеешь. Всегда приятно, когда жертва отчаянно обороняется. Ну что, монстры? Мы привели сюда жреца, пора начинать зрелище. Его капюшон. У меня с Бахавасом есть разговор. Будет сложно. Боюсь, ты выбрала не ту сторону. Я не собираюсь сегодня умирать. Да? А я вот с утра собирался. За правосудие, если оно еще существует. Берегись! Слева! Ну вот и все монстры. Бахавас надеялся спрятаться за их спинами,
Но теперь у нас есть шанс. Ты со мной? Будет непросто. У Бахаваса все еще есть охрана. Мысли. Туда, и мы его настигнем. Я пришел за тобой сам. Прекратить твои страдания, Утит. И свои. Нас привели чужаки. Цену заломили. Хорошо, что мертвецам не надо платить. Но довольно слов! Перейдем к делу! Убрать их с глаз солнца! А потом... Сейчас будет шум. С дикарки снять скальп! Я не дам тебе погибнуть! Пусть они забьются в агонии, когда пойдет на них тень. Скорее! Убейте предателя! И девчонку! Победа достанется праведной! Убейте предателя! И девчонку! Жалкой жизни, Ути. Пусть они забьются в агонии, когда падет на них тень. Предателя и девчонку. Пусть они забьются в огонь, когда падет на них тень.
своей жалкой жизни. Не щади! Убейте предателя! И девчонку! Сколько он тебе предложил? Плачу вдвое. Вчетверо. Нет. Мне все это надоело. Твоя ложь, твоя жестокость и твои благовония. Ты ведь сам себя не убьешь? Это было нужно. Убрать слабых, чтобы дать шанс всем остальным. Пустые слова. Может, солнце найдет каплю блага в твоих ссохших костях? Ну, вы устроили спектакль. Ты не торопилась. Занята была. Куда, по-твоему, делись изгои Яна? Еще один отряд наемников. И нужно было организовать доставку беглеца в Меридиан. Дай нам поговорить, Утит, о женском. Я поражена до глубины души. Надо же, хитрый Бахавас попался в свою же ловушку. Его смерть открыла нам новые горизонты. Юный Итамон и Насади, его мать, живут в закатной крепости, как заложники. Без Бахаваса про них на время забудут. Хочу их вытащить. Ты поможешь мне? А что нужно, чтобы вывести Насади и Итамона? Из закатной крепости их теперь вывести несложно. Я смогу сама. Сложнее будет переправить через границу в Дом Солнца. На выжженном берегу найди трехпалубных ладьи. Его люди должны были расчистить нам путь. Так что просто иди туда и жди меня. Если путь тебе уже расчистили, зачем нужна я? На всякий случай, охотница. Что-нибудь сорвется, и тогда мне пригодится хороший воин. Ты. Ладно, я постараюсь. Она сказала, ты мне поможешь. Мы идем в Меридиан? Ну, если ты хочешь, милый. А у меня есть выбор. Никакого.